столице прошел 12-й форум «SAPNOW Казахстан». Крупнейшее событие для бизнеса в области IT собрало на своей площадке около 2000 участников. Среди них представители 200 крупнейших компаний из 20 различных индустрий. На форуме были представлены новейшие IT-решения от компании SAP, мирового лидера на рынке корпоративных приложений. Какие продукты предложены бизнесу, знает моя коллега Гульнара Хасан. Инновационные решения, позволяющие снизить затраты, сэкономить время и в разы увеличить доходы. Именно такие важнейшие для бизнеса IT-продукты были предложены казахстанским компаниям на площадке форума. В этом году он прошел под концепцией «Бизнес разумный». Всего представили более 70 кейсов. Это и роботизация, это и решения, связанные с обработкой больших данных, решения, связанные с новой цифровой платформой, цифровым ядром. Мы проводим отдельные специальные сессии для партнеров-новаторов, которые уже в скором будущем смогут продемонстрировать потенциал казахстанских разработок для 300 000 клиентов SAP по всему миру. Вот уже несколько лет SAP успешно работает в Казахстане. Инновационные решения уже внедрили около 100 компаний. В их числе Международный финансовый центр Астана, RG, Технодом, Казахстан Теміржолы и Казмунайгаз. Выгода от проекта всегда есть. Есть проекты, где мы получили прямые финансовые выгоды. Это вот проект по управлению инвестициями, это проект по управлению ремонтами. Все это выражается в наиболее оптимальном использовании затрат бюджета, который у нас предусмотрен. Компания активно инвестирует в обучение. В России доступ к программному обеспечению SAP имеет более 60 вузов. На площадке форума пройдет отдельная сессия для университетского альянса SAP. Ведь инвестиции в человеческий капитал – это ключевой драйвер цифровизации, отмечают организаторы. Гульнара Хасан, Жандос Битабаров, Хабар 24 из столицы.